Всем здорово, туалет, душевая, в румикс. Я пришел недавно со строечки, лег спать, просыпаюсь, и что я вижу, сидя на горшке, что Моргенштерн выпустил новый трек с каким-то хером с белыми линзами. Я присмотрелся, это LJ. Камон, когда я его последний раз видел? Ну, наверное, со времен розового вина. Да, я такой олдскульщик, я раньше это слушал, и раньше это засирал, и продолжал сихаря слушать. Вот, сейчас, короче, я планирую послушать их совместный трек «Кадиллак», дам, как обычно, качественную реакцию. Вот как есть, так и буду делать. Знаете, что я подумал? Почему бы мне не заниматься своими делами, то есть чистить зубы под их трек? Ну, посмотрим, как получится. Если там кочевое что-то и что-то серьезное, значит, я также буду двигаться. Если там тухляк, в чем я сомневаюсь? Ну, я, значит, буду спокойненько чистить зубы. В общем, ритмично, быстрее почищу, нет, медленнее. И честно, я столько никогда зубы не чистил. Трек длится, по-моему, 3 минуты, вот, и 3 минуты я буду херячить себе зубы. Если что-то не пойму, и если что-то мне понравится, я сразу же там говорю или не говорю. В общем, давайте смотреть, давайте слушать, вернее. Так, сейчас я врубаю. И он уже, блядь, на первом месте в тренде. Первое место. 2.58. Моргенштерн и LJ. Кадиллак. Слив трека 2020. Кто мог слить? Не, чтобы кто-то слил там из его команды. Пожалуйста, канал Моргенштерна. Так, в чем слив? Что за слава, честное слово. Ну что, приступаем? Пока какая. Как? Чем он читает? Мне нужны субтитры. Так, субтитры. Субтитров нет. Сука, продолжаем слушать. Как дела, как дела? Чуть больше 20, это я расслышал. Короче, пока что качает. Ну, прям можно двигаться. Вы видели по моей зубной щетке, как она входила-выходила. Но, блядь, я не понял практически ни слова. У него новый Кадиллак. Прикольно, как дела, бла-бла-бла. Все, сейчас у нас парт LJ. Посмотрим, что выдает беловолосый, белоглазый чувачок. Ну, я думаю, не остроумнее, чем Моргенштерн. Просто в своем стиле. Давайте, блядь, слушать дальше. У меня зубы стынут. Я вообще не понимаю. Так, чё? Типа сели в тачку, поехали? Блин, трек называется «Кадиллак». Какого хрена тут мускулкар?
минус. Большенный, огромный минус. Дикция. Я понимаю, это стиль, так было задумано. Базара нету, но я ни хренашечки не понял. Но с другой стороны, этот минус перечеркивает большой плюс. То, что это качает. Под это хочется двигаться, дергаться. Если ты едешь в машине, да, тебя может поколбасить, желательно в этот момент не быть за рулем. Вот, так что плюс перекрывает минус. Это музыка, ребят, тут надо уже перестать задумываться о смысле. В этой композиции ее нет, и не надо рассчитывать на смысл. Вот, пожалуйста, тогда вы себя не разочаруете, вы не столкнетесь с состоянием фрустрации, ваше сердечко не будет разбито, у вас не будет когнитивного диссонанса. Просто наслаждайтесь этой музыкой, проникайте ею, если это можно, и вот так ходите и колбаситесь вот так вот, как они это делают. Слэмьте, что хотите, то и делайте, но не надо вслушиваться в смысл, это не Оксимирон, поэтому, ребят, давайте с этим завязываем. Так что в целом, мне Кадиллак, ну, понравилось. Легенько, простенько, о том, что у людей есть, о том, что они хотели бы еще увеличить, о том, что они прошли. Блин, мне это понравилось, да, хоть настройки такое я могу послушать только когда пеструю, потому что, знаете, там вылетает песок, и ты такой смотришь, и можешь как-то подыгрывать, да, ну а так, забивать гвозди вряд ли под это получится, там плотнические работы вести тоже нет, бетоном плескаться, кстати, можно, бам, бам, почему бы и нет. В общем, зачетом мне понравилось, если вам нравится такой формат, ставьте лайк, пишите коммент, мне это важно, Врумикс, подписка и лайк. Все, всем спасибо, всех обнимаю.